На бронированном КАМАЗе из прифронтового Крымского в Лисичанск. Так добираются жители села в ближайший город, чтобы попасть в больницу, купить лекарства и продукты. Из-за плохих дорог гололедицы доехать до села практически невозможно. На помощь местным жителям пришли спасатели. Подробности в сюжете моих коллег. Село Крымское находится от позиции боевиков на расстоянии менее полукилометра. В последнее время боевики его постоянно поливают огнем. Из-за обстрелов и гололедицы транспорт сюда из города не ходит. Жители села отрезаны от цивилизации и не могут ни получить пенсию, ни купить лекарств. Аптеки и почты в селе нет. На помощь местному населению пришли спасатели и выделили бронированный КАМАЗ. Было принято решение раз в неделю в поселок Крымское отправлять специальную машину повышенной проходимости. Это КАМАЗ с бронированием корпуса. Сегодня состоялась четвертая поездка, очередная, в поселок Крымское. Машина вместительностью 25 человек. В 8 утра возле сельского совета уже выстраивается очередь. Каждый едет по своим нуждам. Кто в аптеку, кто по пенсию, кто в больницу. Я еду в ремонтную мастерскую. Сдавала там вещь, и теперь надо мне ехать забрать ее. Мы едем, зубы я вставляю уже пятый раз и не вставлю. И до врачей. Чтобы попасть в город, нужно преодолеть так называемую дорогу жизни. Нанимать частный транспорт для сельчан очень дорого. Поэтому бесплатный бронированный КАМАЗ для некоторых из них просто спасение. Машина у нас до Лисичанска 600 гривен. 4 человека садятся по 150 гривен. Вот это так до Лисичанска, до Манайдара. Ну, это тоже уже дороже будет. Спасатели обещают помогать жителям села Крымское и далее, пока в этом есть острая необходимость.